женщина не может жить. Не может творить, не может кусать, не может ничего делать, просто может сам у себя. И не то, каждый не достает, седьмой может быть. Короче, я хотел бы пригласить на эту сцену девочку, которую зовут Катя Качина. Катя Качина, подойди, пожалуйста. Тебя вызывает группа «Лепреконцы». Кориану, пожалуйста, пригласите. Катя Качина. Йоу-йоу-йоу, это малышка, с которой мы сделали, по-моему, лучшую песню в альбоме. Катюшка. Катюшка? Катя находится на пороге больших изменений. Она скоро всех взорвет. Вот. А пока мы просто скромненько исполним для вас песню. Песню про настоящую любовь. Песню про то, что на самом деле... Раз. Вот понимаете, вот мы с вами живем в жизни, и у всех есть глаза, но мы, группа «Лепреконцы», мы во всем ищем позитив. И эта песня называется «Жизнь подобна чуду, она словно сказка, если в сумочке есть она». Окей! Кто говорит, что «Лепреконцы» играют колхозную музыку? Эти несчастные три человека правы, а сейчас мы сыграем немножко фанка. Let's make it fun, baby. Тебя разбудит свежий свет, ровно открытого окна.
тебя еще дернем. Ну что ж, я понял, танцпол начинает немножко кипеть. Ночь засыпались, день отсыпались, завесив шторы, память о победе, сказочной неделе, умнем и на прощание. Спасибо. Ну что ж, давайте немножко отвлечемся от старых, от новых песен и сыграем старье. Следующая песня посвящается всем красивым мужчинам, называется «Девчонки полюбили не меня».